Наконец-то мне выдался спокойный день, когда я могу погулять и уже изучить здесь Китай, Ханчжоу. Здесь есть храм. Русский. Прошло только что Китай сказал русский. Кстати, здесь очень забавно реагируют на европеоидную расу. И я теперь понимаю, что такой некий расизм или бескультуре в этом плане, потому что смотрят вот так. Здесь какой-то храм, и там кто-то поет. Странно, так непривычно. Я первый раз слышу настоящие звуки Китая. В Китае оказалось очень сложно найти какую-то информацию о культурных и исторических объектах, потому что все написано на китайском, английского языка нет, и иногда помогал мне переводчик, который нашел вывеску, где написано, что эта пагода была посвящена императору династии Сун. А еще мне чуть не сбила машина, потому что китайцы не пропускают пешеходов. Какой-то магазин китайских десертов. Это ореховое. А что это клубничные какие-то? Это же халва. Я признаюсь честно, не фанат сладостей, но в Китае я решила попробовать все странное. Я купила себе какую-то штучку с персиком, я так и не перевела. Что-то с клубникой, это точно съедобно будет. Причем, мне кажется, мы зашли в какой-то магазин уцененки, все по 10. Мне сказали, что вот это здание, это маленькая кофейня. Кстати, это такой местный Starbucks. Вот такое вот странное здание и велосипед в стене. Ну а обед вместили в достаточно традиционное миленькое местечко, где я попробовала просто шедевр китайской кухни. Это зеленый чай с жасмином, который варится на молоке. Как молочный коктейль, только со вкусом чая. И еще я попробовала самый отвратительный фрукт, о котором вы точно наслышаны. Я попросила заказать, попробовать дуриан. Есть два типа людей, которые говорят, что это ужасно пахнет, это невкусно. Те, кому он безумно нравится. Я не ставлю никакие сейчас ставки на этот счет. Я хочу просто попробовать, потому что столько лет я наслышана, как ужасно он пахнет. Кто-то говорит, что чем-то мертвым, кто-то говорит, что кому-то стало плохо, кого-то укачало. Мне очень интересно. Так, ну что, мне принесли мусс из дуриана. Дуриана, не знаю. Ой, я очень боюсь его нюхать и есть. Наверное, я моральный урод. Знаете, на что похоже? Вы когда едите пельмешки, сварите их, поедите со сметаной и с лучком. После них остается сок такой. Вот этот вот бульон. Лук и бульон из-под пельмешек. Ну, это десерт. То есть я бы такое съела, но рядом пельмени поставьте, миска захотел. В целом меня больше напрягли китайские десерты, которые на вкус как цветы, полусладкие и непонятные текстуры. Вообще не знаю, что ешь. Наконец-то я доехала до Китая, потому что здесь очень есть интересные камни натуральные. Я себе купила колечко, даже два их купила. Одно очень большое, оно с лунным камнем, и второе с аквамарином. А еще у меня новая шапочка, она помпончик. Гуляем, хочется шопиться, здесь везде продается чай. Знали вы, что китайцы вообще почти не пьют воду, а постоянно потребляют чай? Еще девушка, которая нам все рассыпает, сделала комплимент, сказала, что мы красивые. Вот кому верить? Говорят, что китайцам не нравится, как мы выглядим, мы для них уроды. Кто-то говорит, что наоборот, красивые, потому что у нас носы маленькие, кожа белая. А наоборот, большие носы им нравятся. Черт, у меня будет комплекс, что у меня большой нос, она мне сделала комплимент. Ну что, я себе набрала чай. А это местный чай, он у меня уже есть, мне подарили. Безумно вкусный, зеленый. Очень страшно, потому что машины вообще не пропускают. Вот мы идем, а они продолжают ехать. Здесь, смотрите, делают селфи местные полицейские. В Китае очень много симпатичных рыночков, развальчиков, где можно найти кучу всяких побрякушек. Я не смогла пройти мимо этого ларька, где продавались гербарии в виде подвесок, браслетов, сережек. И еще такой факт. Китайцы ценят не золото и серебро, а знаете что? Дерево. Особенно дорогих пород. Потому что это тот материал, который преобразовывается с человеком через всю жизнь. А такие вещи намного ценнее. Мне рассказали, что есть такая порода фарфора, которая есть вот в трещинку, и со временем она начинает еще больше трескаться, это называется такое цветение фарфора. Поэтому я решила купить такую свинушку, потому что мой родственник их коллекционирует, и мне кажется, очень классно. А еще тут есть очень милый такой зайчик. Маленький. Какая стрёмная хрень! Ее привязали за ниточку, и она ходит по кругу. Просто мне это будет все не синиться. О, я знаю, такую вещь нужно купить тем, кто пьет. Очень сильно синячит. И просто, когда люди будут очень сильно пить, с бодуна утром поставить на кухню, привязать бутылки водки, и человек такой... И все. Я думаю, что если это лучше кодирование, серьезно. Местные музыкальные мотивы. Он сидит и молотком зафигачивает под бит. Ну такое. Не все в Китае я смогла себе позволить попробовать. Особенно касаясь всяких шашлычков с морепродуктами, которых я никогда не видела. Даже если очень зазывали их купить, я не соглашалась. А вот ребята, кстати, просто работают и не выпендриваются. А еще мне сказали такой факт, что в Китае очень дешевая манго, и мы будем брать коктейль из манго настоящего. Вот
мой, и сейчас я буду пробовать. Очень громкие китайцы, я прям перекрикиваю их. Будет у меня трубочка-пупырка. О, мне жалко, если я уроню что-нибудь. Это так вкусно, мёд не совсем сладкий. Сейчас находимся на холме, мы поднялись, холм мастерства. И здесь мастерство как и танцев, так и, как называется? Кунг-фу. И там сидит гопник в бибасе. Мастерство гопников в бибасе. Ша! Здесь есть колокол рядом с храмом. Нужно загадывать желание и бить по нему. Что вот такое интересное место нас завели на холм. С самого детства, читая учебники по истории, я мечтала увидеть кусочек настоящего Китая. Мы идем на смотровую площадку. Вот этот холм, вот эта освещенная часть, это и есть холм мастерства. Вот видите, он вот идет вдаль, тут эти пагоды, тут небольшие сопочки. Это такой вот, ну типа парк. Вот это холм мастерства, а это все не холм нубов. Вот так, будете себя плохо вести, не развиваться, будете жить тут. Мне сказали, что некоторые туристы любят залезать на вот этот вот козыречек крыши. Понимаете, да? Я тут ступаю-то еле-еле. Кстати, в Китае нужно всегда переступать через порог, потому что если на него наступишь, Будда будет недоволен. Спасибо Будде, что не раз я об эти парушки не спотыкнулась, как бы стыдно мне бы было. И вот еще один интересный факт. В Китае на каждой площади есть свой собственный танец. И в определенное время выходит толпа молодых ребят-старичков и начинает в него танцевать. Так что такая вечерняя зарядка есть. А сейчас мы зашли в местную такую забегаловку, кафе, даже не знаю, столовую. Это безумно вкусно. Я все еще учусь есть палочками. Чем круче человек, выше по статусу и мастер, он держит дальше от еды палочки. Вот император вот так вот ели. Все, что осталось от моей лапши. Мы сейчас сидим в баре, ждем выступления, и тут играет Милан. Я, правда, пью чай. Просто бомбический вид из окна. Сегодня, кстати, солнечная погода, обычно очень влажно, туманно. Сейчас просто потрясающе, так хоть видно весь горизонт и горы даже. Тур по моему номеру. Тут находится гостевой туалет, гостиная, переход в соседнюю комнату. Здесь у меня ванная. Смотрите, какой здесь потрясающий вид. И ванная выглядит так. А еще тут есть телевизор. Но самое любимое в этом номере, пожалуй, душевая кабина. Из нее открывается вид на город. Мыться, все дела намывать. И смотреть на город. Ну, а это моя спальня. И мне звонят. Так, ну а дальше... Все, кстати говоря, без дверей. Здесь у меня была небольшая чайная церемония с мандаринчиком. Кстати, я одна, кто любит сразу начистить мандарин, а потом лопать килограммами. Я все еще немного сонная, потому что как-то не удается здесь много поспать. Зато пожрать точно удается. Аж вкусно. Поизучав нравы и интересы китайской молодежи, я поняла, что шопиться мне надо идти в Сеул Плаза. Как вы уже поняли, это магазин корейской продукции. Какой-то косметики, одежды. Во-первых, у китайцев очень плохая косметика, ее мало. Поэтому они покупают корейское и, конечно же, K-pop Forever. Поэтому мода на Корею очень большая в Азии. Здесь очень красивая корейская одежда, смотрите. Просто обалденно. А еще тут можно сделать себе маникюр. Время обеда. И мне дали просто половник, которым можно есть сначала бульон, а потом палочками все это доедать. Тут есть странное коричневое яйцо, его маринуют в соевом соусе. Он даже не маринует, а варят. Я не умею есть палочками вообще. Еще какая-то соя, всякие грибы. Смотрите, это настоящая груша, которую выращивают в деревянной коробочке, чтобы она была в форме вот такого вот человечка. Это груша.
которую можно скушать. Обалдеть. Очень много странных фруктов. Посмотрите на размер мандарина. Просто обалдеть. Это орех, называется макадамия, и одна такая банка стоит 360 рублей. Раз, два. Говорят, весь мир заполонили китайские продукты. Но чего нам действительно не хватает? Так это их фруктов. Церемония. Стоит сколько у нас в Москве? 2500. А тут? А здесь 350 рублей килограмм. Кстати, я даже хотела увезти с собой один дуриан, но побоялась, что меня просто не пустят на самолет. Такое бывает. Какие-то всякие палочки, вкусняшки. Я все обожаю со вкусом персика. Это просто нямка. Смотрите, лейс со вкусом мяса, лайма, томатов и огурцов. Это кофе помпон. О, как странно. Знали ли вы, что в Китае иногда можно найти европейский ресторан или кафе? И для местных людей это будет ну просто какая-то дичайшая экзотика. А вот, например, какой-то японский ресторан, ну, это просто немножко там другая кухня, а то вот китайская понадоела, вечером что-нибудь другое. Кстати, две эти кухни очень похожи, только китайская более кисло-сладкая и не всегда понятно, что за текстура. Ну и больше всего ролл я нашла и попробовала именно в Китае. Это что-то дико горячее. Видимо, жарили в самом чане. И смотрите, там кипит просто дерево. Вот все шутят, что европейские суши – это просто смех. А китайцы любят суши вместе с беконом. Идеально. Так что так мы закончили за последний вечер в Китае таким потрясающим открытием. И после чего я отправилась обратно в Москву. Но вам я хочу сказать, что оставайтесь такими же позитивными, креативными. И всего вам самого светлого. Пока.